все могло сложиться по-другому. Да, но только если бы мой дом стоял в центре другого района. Возможно, все могло сложиться иначе, если бы Вася был хорошим мальчиком и не начал так рано табачить. Может быть, ты и стал бы таким, как старший брат, если бы не принимал криминал как вариант, если бы не знал вариантов, где брать я. Может быть, не так рано, ну, посидела мать, если бы другие ребятки жили по соседству, были бы другими интересы, я не терся бы по подъездам, занимался чем-нибудь полезным. Короче, у всех этих, если не спорным версии, на другом и по-другому бы пелись песни. Или вообще или песен. Ну, если бы не попробовал афганский кирдос, не узнал бы никогда, что такое передоз. Если бы не Оникс или Дос, слушал бы каких-нибудь бедосов или Пусикет Доус. Если бы с прохожего не дернул золотой трос, не попал бы в управу на допрос. Если бы я рассказал Слизаку все как есть, можно было бы получить безусловный мишень. Но я знал свои не кинуть, не взирая на жесть. Следак уехал в отпуск, а мешок и сейф исчез. Если бы я умер в 2003-м, не встретил бы тех, с кем тру не только рэпи. Не было бы альбомов Прибой Фреми, не было бы дня рождения моей маленькой Мэри. Если бы не верил, но что бабки ничего не значит, отказавшись от принципов, стал бы богаче. Если бы враги не строили интриг, надеясь меня утопить, победа не была бы такой сладкой. You know me. Я сделал ставку, как на скачках. Ты сделал ставку на клячу, которая нихуя не скачет. Хочешь же скачать, я дам тебе кача. Хочешь раскачать качели, тогда лови с подачи. Залью пить чай, чайником чая. Когда бывает у нас, вспоминаю самое начало. Для меня проблема, ну, как топливо для танка. Чем тяжелее времена, тем тема хуже банка. Сделано на совесть, значит агрегат. Всем берегам и с центра, по Москве реке, в Ростов-на-Дону. Москва! Сделано на совесть. Всем берегам и сердцу. По Москве-реке. Встречаем на кухне! Если бы я пошел учиться в обычную школу, я не подсел бы так плотно на рэпчик. Что пудово? Если бы со второго класса не учил английский, слушал бы сейчас не нас, а какой-нибудь лимбийский. На дискотеке не получил бы пиздюлей в тот вечер. Ну, за балахон, но тем больнее. Я уверен, что я был бы сильнее. И на следующий день я Майкл House of Pain. Если бы школа не очистили в пятом классе, по-любому до Китая я так бы и не добрался. Если бы не общался с русскими студентами, думал бы, что курить можно только сигареты. Если б не остался там один в 96-м, не начал бы торговать прессованным дерьмом. Если бы я делал все аккуратно, меня бы не прислали в багажное отделение обратно. Если бы папа не был таким строгим, может, я и отказался бы от первой жирной дороги. И, возможно, меня бы не вылили с планом во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что кольцо было 16-го века, не убавил бы его в армии тогда за два чека. Если бы предупредили, что не надо с собой везти, я не увидел бы бутырку изнутри. Меня бы не привели в малую спецхату. Если бы родители тогда не запрещали 20-ку, я не оказался бы на свободе настолько быстро. Если бы кто пытался, что Путин не сделал амнистию. Если бы не отказался от инъекции внутри члена, наверное, они написал бы китайскую стену. И сегодня не было бы новогодней, ну, если мне не надо было ездить Путин на капотню. Если бы брать забыл вывести меня из комы, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска альбома. Не было бы ни качели, ни эфира, не было бы центра. Если бы не было так и слима, если бы в прошлом летом центр бы не распался, может быть, я не вышел бы этот совместный альбом с Васей. Согласен, все не было бы так весело, если бы не было всех этих «если бы». Москва! Сделано на совесть, значит, на века. Всем берегам и центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону. Отчаянный Москва! Сделано на совесть, значит, на века. Всем берегам и центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону. Играй в нашу игру. Подраскачай, или китайский чай. Эй, подраскачай, ну. Подраскачай, ну.